Всем привет на моем 305-м стриме. И у нас сегодня понедельник, 7 марта. И мы продолжаем проходить I Wanna Kill the Camellia 2. У нас M-Stage. Привет, Gain Story. Привет всем. Ну что ж, тот самый сейф, на котором я просидел уже сколько там? Почти 3 часа, по-моему, да? Ну, довольно-таки много. Попробуем сейчас его взять. Перевернутый даймонд. Дурацкая ловушка в конце. Ну, как пойдет. Привет, Альзорга. Ну, я подумал, что все-таки он не настолько пока еще затроллил меня. К тому же меня же затроллила не картинка M-Stage, а шипы. Это шип с пекой надо было тогда делать. Да, на M-Stage я уже больше 4 часов в сумме. А, ну да, тут же еще дурацкая платформочка, лол, я забыл про нее. Дурацкий сейф, пипец. Ой, сейчас пока все вспомню. По громкости нормально там, игру хорошо слышно. Быстро сделал прыжок этот. Ну, я бы сказал, хорошее начало, честно говоря. Страту на последнюю ловушку? Нет. Ну, как бы, я попытаюсь направо уйти, не касаясь пола. Но я не знаю, правильно это или нет. Спасибо, Генлаж, за хост. Привет всем с хоста Генлажа. Hello everyone. Hello, Operation. Опа, ну нормально, нормально. Что-то прям начало такое, мне нравится. Прошло буквально 3 минуты, я уже даймонд перепрыгнул. Thank you. Да, ну блин. Ну, что ж такое-то? Ну ничего, сейчас. Просто как бы я по себе знаю, что мне, скорее всего, будет проще
улететь направо по строте, чем в воздухе взять сейф. Я в воздухе хрен возьму сейф. Да что ж так глоу. В смысле подпрыгнуть еще в сторону? Ну типа если я приземлюсь справа от сейв, ну от трех шипов, еще прыгнуть? Не, по-моему там нет. Я же, ну, видел как они падают, вроде там нет ничего. Знаешь, я думаю, что я не буду прыгать, а то я могу упасть от неожиданности. Ну, знаешь, когда такой момент, то руки-крюки становятся в 10 раз крючее. Ну, Игенлаш, посмотри внимательно свою запись и посмотри, какая лучше траектория. Ну, потому что, ну, так лучше будет, а то ты изучаешь прям в самой сфере, и это не очень. Ты делаешь постоянно одну и ту же ошибку в конце, одну и ту же, умираешь на одном и том же, и ты не учишься ничему. А ты должен посмотреть видео и выяснить, а как лучше бы было подвигаться, чтобы выжить. Мне кажется, только так надо делать. Ну, как бы, тебе, конечно, виднее, наверное, но я не знаю, я лично вот так тебе советую. Ну, Шинанай только у него в орбите, да. Только у него в этом орбите. Там она быстрее, как говорят. I'm fine, thanks. Блин, ну дали. Да они всегда сокращают. Все англоязычные сокращают ники почему-то. А, они просто сокращают тупо по примерно по количеству букв. Пофигу там это. Пофигу, это типа там является каким-то осмысленным сокращением или нет. Тупо берут первые несколько букв и все. Мне это тоже всегда удивляло и, честно говоря, не нравится. Тем более, что есть стример, у которого тоже первые три буквы такие же. Айванки стримит. Сокращение точно такое же. Эйс. Лол. А вот потому что у них буква дурацкая в алфавите, которая заглавная И и маленькая L, вообще фиг отличишь в некоторых шрифтах, вообще одно и то же. Я знаю.
nice cooperation, I never play Bully. Вперед, White Tiger. Есть! Есть! Вот и все, вот и все! Вот ваш весь сейф! И да, они всегда срабатывают! А что если тут сохранится? А что если тут сохранится? А, ну типа сейф резет, сейф резет, сейф резет. Ну это жесть, это жесть. Ну и все, это easy save. А, стоп, там не такой лайн. 0, 1, 2 0, 1, 2. По-моему, вот этот, да? GG, yeah. Да это, по-моему, easy save, серьезно, вот этот. Чё, сложно, что ли? Ух ты, там чё дальше? Демо? Там надпись демо? Я же сказал, что это easy save. Вот это вот срань. Ну блин, я это не знаю, как сделать. Я не люблю такую фигню. I hate platform jumping. А, ну нет, давай без бага. Я понял, какой баг. Нет. Блин, а там еще идти, идти. Опять-то физика какая-то будет письменная.
Good luck, Operation. Bye. Ну нет, пока нет, Игорь Владимирович. Пока точно нет, я еще не помучился, как минимум. Ну там, типа, смотри, берешь, так, сохранился, да? Потом. Сейчас. Ну вот так. То есть нужно одновременно в один и тот же фрейм нажать Reset и Shift, а потом второй прыжок сделать. Но только нужно начинать резетать именно когда ты стоишь на платформе, но на блоке, не в воздухе. Но я не буду так делать. По крайней мере, пока я хочу разобраться, как это прыгать. Как, вообще, можете кто... Вот, Генлаш, ты вообще, что ли, это не проходил по-честному? Или чё? Какая механика прыжка должна быть? Оп, лол. Ух ты ж, вообще, ну, ништяк. Да, видел, поздравляю, ну ты псих, конечно, я тебе честно скажу. Hello, Painty. Thank you. Привет, Данил. Да ладно, Эльзорга, ну что ты прикопался? Мне это не важно.
It's don't matter for me, Pindy. Привет, Шупу. Ну, Эльзорга, ну как бы, ну не понимаешь, ты людей не переучишь. Да не переучишь людей, ну серьезно. Ну, они же не специально, они же не со зла там, ничего, да, как бы. Ну что ты. Ох, ты ж почти. Да ладно, ты видишь, у меня получается без бага. Я не очень понимаю, как вот во второй ситуации запрыгнуть. На удачу просто, что ли? Ну, если Crimson экран без бага, может быть, Crimson все-таки сложнее. Но только если без бага. То есть в конце Diamond прыгнуть. Ну, в смысле, и без бага, и без скипа, я про это. Это же не баг. Нет, то, что шипик там обратно, это не баг, я понимаю, но я имею в виду без скипа. Ну, я просто не о том подумал. Привет, МС. Чего? А, потому что его отключили. Чатик Скадвачи на ремонте, по-моему. Он именно не скадваческий берет, а фанстримовский. А фанстримовский не работает. Так что, да, сегодня Скадвач, значит, не читается, к сожалению.
у них там типа на ремонте или что-то такое. Здесь? Ну здесь вот такой баг. Вот такой, как бы. Но это мне даже неудобно делать. Он не пропал, он сейчас пролистается и скролл делай. Нет, это не отмена, это так называемый сейв буст. Привет, Блэкджек. Блин, вот если там наверху стоит сейф-блок, то это, блин, печалька будет. Лучше бы я попробовал запрыгнуть. Все, в следующий раз я пробую запрыгнуть. Просто гейт, это, ну, все равно завафлить-то можно. Что такое-то? Блин.
говорю. Изи завафлить. Фух. Да. И, блин, опять, Кинлаш, ты говорил, что я без бага на том сейве просижу хрен на там 3 стрима. Ну, лол, опять оценки такие оценки. Да, и сейв-блок, конечно же, стоит. А, во-первых, онлайн я неправильно беру, я понял. Я не додумался делать подпрыжок, я думал, он мне понадобится дальше. Я его и беру. Какой этот, что ли, лучший? Подожди, ну почему? Но мне же нужен ноль по отношению вот к этому шипу. Это вот этот. Да не надо урок, лол. Да пирог без урока проходил. Ну, в смысле, я понимаю, что я на боссов смотрел тактики, ну блин. Ну шипы, я не пройду шипы, что ли, ну без уроков. А какой этот, что ли, лайн? Да нет, это чушь какая-то.
Что ж такое-то? С каким? Я не знаю, с каким. Я вот с этим прошел. Ну, для второго как-то жестковато его брать, честно говоря. Что, прям обязательно, что ли? Это мне там нужно, типа, вот так прыгнуть и... Да лол, то есть я как-то вот так стою... Да это жесть. Да ну я не буду этот онлайн брать там внизу. А, так там напротив же такой же. То есть можно вот так, да? Не знаю, коснулся или нет. Ну, второй, как второй браузер я использую Google Chrome. Ну, безопасность это такое. Безопасность в первую очередь в голове должна быть. То, что, ну, понимать, что ты устанавливаешь, что ты качаешь вообще, да, и так далее. Ну, как бы... А браузер, как бы, у него все-таки пассивная безопасность в основном. Так что это такое? Привет, Electric Angel. Да ну виртуалки это ну такое, это для уже это, параноику.
Ну, по крайней мере, дома. Я имею в виду именно с точки зрения, ну, если ты с этой целью их используешь. Для других целей понятно, да? А именно с этой целью, ну, это чушь. Так я сохранился. Я ж сохранился с этим онлайном уже. Чего такое заявление, Геннаж? Ты же сказал, что типа можно и долго просидеть тут. Типа, как пойдет. Ну, рано или поздно, да, но ты решил, что рано, а не поздно. Опера, как бы, во-первых, они одинаковый движок используют, но Chrome начал раньше развиваться. В итоге Chrome тупо богаче функционалом и, ну, как бы, уже больше у них опыта работы с этим движком, WebKit'ом. Поэтому теперешняя Opera вообще для меня потеряла полностью смысл. А Firefox, ну, Firefox слишком плохо, он медленнее. Ну, Firefox откровенно отстает. Может, по интерфейсу он кому-то там нравится, да, то есть как у него именно устроено управление, но как движок у него самый слабый сейчас. Раньше Оперу очень любил, когда она была еще на старом движке. Но перестал я ей пользоваться не потому, что она стала на новом движке, по другим причинам. Вот. Но теперь как-то я ее уже не воспринимаю как отдельный, ну, как самостоятельный браузер. Ну, лично я, не знаю, некоторые люди пользуются, и я не думаю, что им плохо от этого. Ну, как бы, просто в Chrome же еще гугловская учетка для синхронизации, да? А у меня она есть. А в Edge Microsoft-овская учетка для синхронизации. А в Opera там что? Я даже не знаю, если честно. Там есть какая-то Opera-овская учетка или что? Или там тоже гугловская используется? Вот бы еще Windows XP в 2016-м пользоваться.
Можно посмотреть по моим Айвана выпускам, когда она вышла. А, ну или на фрукты. Да. Может будет еще резорга, может будет. Да, ну. Гизер решил перепройти половину Айвана из своего списка. Да ну блин, ну... Да, он перепроходит игры. Всего вчера, сегодня ночью. Включили гизера и... Там решил перепройти игры. Он сидел, короче, там одна игра была. Полностью состоит из стандартных текстур этого Айвана Безыгая. Ну, вот этих вот, где травка, вот это, да. Шипы стандартные абсолютно. Вся напрочь в ловушках шипов, где просто вылетают шипы или пол проваливается. Вот вся напрочь в этом, да. И очень много, то есть на каждый сейф очень много. И постоянно рестартится гайрок. Постоянно. Не только когда умираешь, но и когда переходишь на следующий экран. А экранов там штук 50. Я, если честно, вообще смотрел, и под конец уже ржал просто. Там музыка никогда не успевала первый куплет начаться. Там только бывало начиналось, сразу же шип вылетал, или следующий экран начинался. И он на одном дыхании это прошел. Ну конечно, откажись от этой услуги и все. Апдейт. Нет, у него какой-то там список из 500 игр, которых нету в его вот этом оценочном листе.
Видимо, он вначале не оценивал, когда только начинал. Или типа того. Тяжелый сейф оказался. Но тут трупами завалить надо просто. В отличие от того, который вот, ну, самое долгое время занял. Вообще не готов к тому прыжку. Ну, я даже не про вообще неправильные кнопки даже нажимаю. Есть! Фу. Я вообще не ожидал. Я не ожидал вообще этого. Лол. Привет, ПДВ. Проехали, да. Блин, ну что за спойлеры пошли? Ну офигеть, что за спойлеры пошли? Ну блин, это плохо, ну зачем вы? Краш? Thank you.
Да у тебя тут блэкджек, походу, все любимые прыжки. Лол, тут упоротый прыжок какой-то. О, два F прыжка. За что? За что? За что два F прыжка? Привет, Максим. Я почему-то думал, что это мне низкая гравитация даст. СК2ч не работает, его... Он на ремонте. Именно фанстримовский чат. А мой чатик, он именно фанстримовский чат захватывает. Не СК2ческий. Но я посмотрю, если что-то написал там. Легко было эти два сейва взять? Не, ну вот, ну так, относительно. Ну типа, ну, нормально, но не прям, чтобы изич. Ну я понимаю, что где демо тогда нити. Привет, Михаил. А мне второго прыжка-то не дадут, когда красная закончится. А, не, стоп, это красная, она же не, мне же не выключит, наверное, эту скорость-то. Я понял. В принципе, выглядит не прям сильно сложно. Так прямо скажем. Терпимо. Терпимо выглядит нормально. Ну, типа, да, не за 5 минут возьму, но... За этот стрим должен взять. Блин. Ну в смысле, там же сейва нету, какой F2.
легковухой? Да нет, а пока наберется хотя бы 1000-2-3, тогда уже точно определюсь. А пока наберется, может и цены изменятся, и модели новые выйдут. Ой, ну это нечестно, ну это капец как нечестно. Это что за изич такой? Не, это лажа полная. Это полная лажа. Ну, в смысле, ну для спидрана понятно, что это норм. Но для первого прохождения это зашквар. Как я ни одного бага не использовал, так я и не буду использовать. То есть единственное, я сделал на Crimson экране скип, но скип это не баг. Плюс я почти легально прошел, даже я даймонд сделал в конце. Вот. Все, Салгрина я не скипал, нигде больше сейв-буста эти не использовал. Здесь ничего тоже не использовал. И значит до конца уже дойду именно так. No. I mean... This... game have a bug. If you... get... change gravitation and press F2 button, you respawn with inverted gravitation and easily skip this moment. If you speed running, it's okay, but for first run it's not okay. Ну просто посмотрим, да? Ну ясно. Понял, Эльзорга, с чего ты так решил? Ах ты ж. Но зато я уже могу в любой момент теоретически пойти к боссу. Но нет. Все равно так и так. Фух, считайте, я уже к ней пришел.
people from chat say this is last save, but I don't know. Я никогда не был модератором на спидранком, а ты уже во второй игре. Да, могу. Наконец-то. Единственное, я бы не хотел спойлерить себе четвертую фазу Камиллы. Я потому что ее видел очень давно, и поверь, я вообще ее не помню. Вот вообще, ну. Только вот помню, там фон такой потемнее, что-то, и там типа Камилка сама исчезает, по-моему. Ну, типа как третья фаза вроде бы в Камилке, в третьей Камилле. Ну, вот. Но это все, что я помню. Это реально все, что я помню. Зорга опять наспамил, ну что ты, блин? Нет, их 4. Их 3, начиная с чекпоинта. Там же чекпоинт есть на боссе. Вот начиная с чекпоинта их 3. Ну а до чекпоинта еще фазы. Ну лол, ну F прыжки. Что ж такое? Да, ну блин. Пропустил? Ничего. Ну, я максимум доходил до этой смены гравитации. Конечно. Я, если что, атак не помню, Эльзорка.
я так не помню. На первой фазе я вообще ничего почти не помню. Я только помню, что первая атака там такие кружочки такие крутятся и пульки пускают. Все, я помню, все, что я помню. И помню, что там вначале типа Вейденс, а потом надо стрелять в нее. По сути, вообще-то у нее, я так понял, вообще-то 5 фаз. Первые две фазы, потом идет чекпоинт, и потом еще 3 фазы. Так что, по сути, у нее даже 5 фаз, а блин, а не 4. Но, как бы, принято вроде считать, что 4, так что, ладно, не будем уж путаницу вносить. Да лол, я чё, дурак что ли, ну? А я нет, я не видел Салгрина до того, как до него дошел. Я только, ну, видел, как бы, что это коробка, и все, как бы, а два скриншота видел. Скриншот третьей фазы и скриншот самой первой фазы. И это все, что я видел, прям до того, как до него дошел. То есть у меня реально прям такой был blind run Bosch'а, прям blind run'ови не придумаешь. Second place in Destiny? Not bad. Да ну, то как так получается-то? Вроде такой легкий этот. Так он уже давно спидранит. Нарзорка. Он Destiny довольно давно уже спидранит. Надо было вниз падать обратно, когда я понял, что прошло все не так. Растерялся. Привет, Александр, спасибо.
I don't know cooperation. I think if you got VR for some game, you can ask mod for this game on speedrun.com. Забавно. Ну я понял, да. Вот это вот не очень приятные прыжки там. Да где? Ну это было бы весьма специфично. Бинарный код, спасибо за подписку. Добро пожаловать. Ну как, были же 3D платформеры раньше? Нет, привет, Эпсилон. К сожалению, чатик СК2 ТВ на ремонте, потому что мой чатик, он берет чат именно с панстрима, а панстрим на ремонте сейчас. Поэтому да, СК2 ТВ не читается, извините, СК2 ТВ не читается. Я в этом не виноват. Он именно... То есть именно фанстрим чат должен работать. Не СК2-шный, а именно на фанстрим ТВ должен работать чат. Тогда у меня будет здесь читаться.
А его там отрубили, что-то там по какой-то причине. Ну, что-то там переносит на другой сервер, по-моему. Я могу, в принципе, сейчас глянуть, что вы там писали. Ну да, привет, Эпсилон. Но как бы не постоянно. Ла-ла-ла, это которая как в Боше? Ну я хз, Зорго, уровни для тебя явно не будут проблемой, а насчет боссов, ну, не знаю. Я уже даже забыл ее мотив, как там они напевают. Это ла-ла-ла. Это она дурацкая какая-то. Это седьмой уровень, M-Stage, седьмой. Седьмой из семи. Но самое тяжелое, это был шестой уровень. Он занял... Ну, короче, часов 60 занял шестой уровень. То есть, львиную долю всего прохождения. Ну, потому что там очень много контента. Там очень сложных экранов в начале куча. Потом там идет 5 боссов подряд. А потом там еще идет такой длиннющий уровень без сейвов, где нужно убегать от большого кида. Вот, это вот был шестой уровень, я его проходил очень долго. Я его начал проходить, по-моему, 23 января или типа того. А, нет, даже раньше. 23 января я босс-раш начал проходить. Вот. Закончил вот только вот недавно. На той неделе. Да, Пророк, если это... Кто там на СК2, еще раз повторяюсь, фан-стрим не работает. Из-за этого у меня не отображается чат, так что я не вижу ваших сообщений. Кадвайчу. И привет, Пророк. Ух. Что-то какая-то жесть.
Ну, сайт sk2tv.ru. Площадка для стримерства. И там чатик хороший. Ну, и все такое. Ну, короче. Ну, как бы, то есть там у него нет своего плеера, но ты можешь туда повесить плеер Твича, Гудгейма, Кибергейма, Ютуба, да, и так далее. Причем одновременно. И у тебя как бы свой канал, вот, но с плеерами других сервисов. Да что я делаю? Там надо в самом конце жать влево. И там свой чатик. Довольно, ну такой, я считаю, самый лучший чатик из всех сервисов вообще. Лучше Твича, лучше Гудгейма. Тем более лучше всех остальных, у которых вообще чатики недоразвиты. Да, чатик за миллион. Да, ну как? Блин. Это серьезно, что ли? Ну лол. Блин, тяжело сориентироваться. Ну я понимаю, что там нужен второй прыжок. Зорка. Я понимаю, что там нужен второй прыжок. Но его нужно же делать не сразу. Надо вначале чуть-чуть двинуться, потом уже прыжок. Ну блин. Тяжело. То есть мне нужно не сразу. Хотя можно сделать маленький прыжок, вот такой, да? И вторым уже фигак и туда, да? Точно, 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 точно. Только надо еще повыше. Ой, все, изи, по-моему, да. Или я не долечу так, я не знаю. Обожаю F-прыжки.
конечно, не так сильно обожаю, как платформу выпрыги, но где-то там. Вот так-то. Блин, ну куда я? Я даже shift не отпустил. Я серьезно, я даже не отпустил shift. Да, г-прыжки, да, г-прыжки, конечно же. Ну все, 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 проходим. Проходим! Да лол, ну на, ну давай. А, второй прыжок нужен. Окей. Все, второй прыжок нужен. Вообще не проблема. А что мне потом за прыжки надо будет сделать? А, да фигня. Ну, единственное, вот как бы там вписаться туда, конечно, стрёмно, в самый последний. Я надеюсь, там никакие шипы не вылетают, Ну, я буду проверять, короче, каждый шип. Там довольно много проверять придется. Я так волнуюсь, что-то. М-стейдж, блин, Камелия 2. Подходит к концу. Вы же понимаете, что это значит? Скоро мы увидим ее.
В смысле, какой скип? Вау. Нет, не скоро, Орион, вообще никогда. Повыше надо чуть-чуть прыгать. Просто у меня реакции не хватит так на второй прыжок. Привет, Джокер. Так, сейчас, секундочку. Продолжаем. Да, с перевернутой гравитацией все прыжки сразу два раза сложнее. Любые вообще. Ой-ой-ой, я с воздуха прыгнул, лол. Что такое-то? Да ладно, ну что за ну. А, привет, Кловак. Но M-Stage уже был на прошлой неделе. Когда в пятницу до него дошел или в четверг? В четверг, по-моему.
А, и да, кстати, экран-то прекращает скроллиться здесь. То есть мы не видим, что на следующем экране. То есть, ну, вы понимаете, весь имстейдж это скроллинг. А здесь скроллинг заканчивается. Что как бы намекает. Что как бы намекает, что там вторая комната такая же по длине. Сложно. Ладно, еще раз. Фига себе, is I'm surprised. Камера больше ремейк, ну то и будет. Вчера, Пророк, мы с Убино слишком поздно закончили играть, поэтому я еще не приступал к змейке. Потому... Это не так просто, это меняет некоторые механики. Нет, это дурацкое решение. Надо было идти вперед. Нельзя назад возвращаться. О, жесть. Ну, за что? Шестой шип. Шестой шип. Проходим прямо. Nice PB cooperation.
знаю, сколько стрим буду идти, но стрим идет только 2 часа. Ну, вот этот сейф я точно возьму следующий. Не вижу причин его не взять. Зурга, с чего вдруг вообще началось обсуждение, чего я должен сделать в Боше ремейке? Я не понимаю. Что началось-то? Ты забыл, что спойлерить нельзя? Чем оно мне надо? Это, ну лол, Эльзорка, пожалуйста, не называй это сиквелом, серьезно. Не называй это сиквелом. Давай я сейчас сниму на телефон какую-нибудь фигню, да? Назову ее там, не знаю, каким-нибудь там, не знаю, Титаник 2. Да? И что, это будет сиквел? Или что? Ну, давай, без этого.
представляю, как это выглядело бы, если бы режиссер так сделал. Никаких нахрен РМЖ. Нет, что-то... Надо не так сильно. Я почему-то подумал, что я двумя максимальными прыжками, ну, типа, как раз запрыгну. То есть, не думал, что он слишком много прыгнет. Ну, давай так попробуем в следующий раз. Типа, вот так, да? Ну так проще, да, так проще. Мне кажется. Самая простая траектория. Надо просто жать влево, единственное подобрать силу прыжка. В смысле жать вправо. Александр. Капа.
пыль на мониторе. Только что об это писали Gen Story. Ты почитай чат выше. Я уже даже так попробовал один раз. Да ну нет, ну Эльзорга, ну что ж ты такой читерный-то весь? Не, ну Генлаш, а кто сказал, что я закончу сейчас стрим? Ну лол. Соло сюда не заходит. Да ну что такое ты, лол? Что ж так сильно-то? Ну что ж так сильно? Я боюсь не допрыгнуть постоянно. I'm not popular.
смысле соскальзывать с нижнего блока? Ты о чем вообще сейчас? За это. Давай, Генлаш, это вот уведомление было, то ты, блин, в группу написал. И что есть от него? Я думал об этом на самом деле, но вроде бы нет, на Эльзорг, не похоже. Ну, то есть я не думаю, что он русскоязычный на самом деле. Может и так, но я не буду никак это... Ну, то есть я буду считать, что не он, ну, так как презумпция, все дела. Без понятия. Откуда я знаю? Ну серьезно. Ну как это можно предполагать? Ну, десятки часов, не знаю. Меньше месяца по реальному времени. Нет, не помню. В какой группе?
Но, блин, если в группе ВК англоговорящий, то это уже, конечно, намного сильнее палевно. Конечно, в ВК есть иностранцы, но... Всё-таки... Вероятность, что в группу побольше такой зайдет, ну... Так себе, конечно. Почему у меня перестало получаться? Ну все, усталость пришла. Да блин, надо этот сейф взять-то на лоу. Привет, Рентару. Так, мне нужно сконцентрироваться, поэтому я сейчас буду чат читать только после рестарта. Что ж такое? Почему перестало получаться? Я не знаю. I don't know. Probably nothing.
I have no idea. Привет еще раз. Так, в смысле, есть же экстра камелия. Это какой-то этот код что-то значит или это просто набор цифр? Ну, то есть это какое-то слово, может быть, в определенной кодировке или что? Да, четвертый с конца. Ну, вначале бежать, бежишь, а четвертый с конца надо наоборот, на упреждение отойти. Нет, я знаю, что такое двоичный, восьмеричный код, как бы, я в курсе, но конкретно эта комбинация что-то значит?
понятно. Но я не буду тебе читать, как Фабино читал вчера. Но я, по крайней мере, до этой картинки узнал о том шипе Game Story. То есть я вначале умер на том шипе, а потом уже картинку мне прислали. Я так понимаю, перепрыгивать этот шип в местах, где выпали шипы, нет смысла. Нужно возвращаться назад и спрыгивать. Да, я за вафлю перепрыгивание. Ну, я думаю, он недостаточно быстро двигается, чтобы его перепрыгнуть. Привет, Снап. Но он сказал, что в его нике конкретно эта комбинация ничего не значит. То есть не надо искать там смысла.
пророк, ты хоть ты там не забанил его, да? Ты просто сообщение удалил. Просто ты учитываешь, что правила написаны на русском языке? Неужели мы дошли до Камили? О боже. Офигеть, офигеть. 118 часов до Камили доходить. 118 часов. Вот это да. Вот это да. Все, последний босс Камили. Да, последний босс. На нем мы просидим долго-долго. У нас есть чуть меньше месяца. Сегодня там примерно 70 какой-то день моего челленджа. Минут 10 есть. О, ну давайте еще посмотрим, что там. Я не знаю тактик, я не знаю, что тут. То есть, я же говорю, я кое-что видел, но вы же понимаете, когда там что-то там мельком где-то что-то видел, это вообще никак не влияет на заучивание тактик. Здоров, Камилка. Да не, да какие 15 часов, какие 12, что-то я сомневаюсь в этом. Больше значительно, но я не знаю. Но Декстер, по-моему, 60 часов где-то ее убивал. Но правда он и на Destination не просидел. Ну, короче, я не знаю. Я что-то не думаю, что прям так оно быстро пойдет. Привет, РНД. Да ну, чуть-чуть надо левее стоять. Или надо просто прыгнуть с платформы, мне кажется. И норм будет тогда. Как видите, без всяких багов пройдены все уровни. А, еще надо отойти, я понял. Нет, особо не знаю, пророк. Я как бы знаю, что 4 фазы, после первой фазы чекпоинт. Знаю, что там последние две фазы это Вейденс. Что-то там видел где-то, но не прям чтобы особо, да, то есть как бы. Тактики, да, в принципе. Ну, на те атаки, ну как обычно, на те атаки, которые я уже видел, вот уже, вот сейчас вот это я видел, да.
На них можно как-то. А наперед нет, не надо. Нет, снайп вообще не казуально, вообще поверь. Там такой рандом, вообще не казуально. Ну я понимаю, что ты скорее всего троллишь, но поверь, это вообще, это не легкий босс. Нет, он не прошел. Но он уже на чекпоинте давно, и у него там уже хороший прогресс, поэтому я его пока не догнал никак вообще. Так, что-то плохая страта. Плохая страта, надо что-то придумать. Где тут можно стоять? Ага, чуть-чуть от края отойти. Обгоним? Но я не собираюсь останавливаться, как бы. А когда он там будет проходить, я не знаю. Так, ясно. Не, пророк вообще не проходил. Он, по-моему, до гизера дошел. Давайте вообще тогда на верхний идти попробуем. А. Короче, надо где-то в центре держаться, явно. Только надо понять как. Надо чуть-чуть попробовать правее, что ли. Можно перепрыгнуть. Вот сейчас Снап скажет, откуда эта музыка. Мне кажется, из какой-то финалки. В которую я еще не играл. Thank you.
В принципе, острота найдена какая-то на начало. Более-менее вроде рабочая. О, еще лучше. Увидимся на следующем стриме. Это жесть. Это первая фаза. Проходит на difficult моде, а его на Season Moon. О, так, не уходите. У Драксола день рождения, и он сидит на стриме у Игенлажа. Так что хоть мы хостим сейчас Игенлажа, но давайте рейд сделаем на день рождения Драксола, короче. Сейчас я напишу сообщение в чат. Кирби, да? Ну ясно. Так, ссылку на канал. Все, всем пока, увидимся. Погодите, сейчас не пишите, пока я... Давайте я первый напишу. Все, давайте, удачи.